Беги в деревню и передай, что в долине больше нет разбойника. Чего? Да не... Чего? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. I can't believe in until I shoot Frank Miller. Автор сценария и режиссер Квентин Тарантино.
the trouble and the pain for guarding every word I said, for guarding every tear you shed. We're still in love, for you and I and everybody must learn to give and take. We'll find, like everybody, it's worth it for happiness' sake. It's all for. It's all for God and us. We're happy once again. Our troubles are beyond recall. And making up is best of all. We're still in love. Понимаю, ты сейчас в Германии, вряд ли в ближайшее время захочешь вернуться, но смотри, я приезжаю на границу, ты приезжаешь на границу. Я тебе через пограничников передаю зеленую тряпку, ты ее на своей стороне натягиваешь, типа гринскрин, а я, не пересекая границу, тебя снимаю. Как тебе идея? Нет, Дим, какая-то хуйня, если честно. Зачем так усомнять? Я ищу что-то новое. И это 100% нетипичный вестерн. И у меня заканчиваются хорошие актеры в этой стране. А ты, как один из лучших, мог бы... Хороший сценарий, когда начнется. Да короче, возьми просто и переделай тут последний сценарий с Гулей. Вы же сняли что-то с ним до войны. Он все, давай, ну тут по куче победы. Какой? Да никакой, давай, убей меня.
Хорошо. Безымянных жен. Ну? Передать удаление. Хорошо. Что? Да. Один ты нас умеет. Хорошо. Ви чули про астральні проекції?
можливість залишати фізичне тіло і мандрувати куди завгодно в астральній формі. Це світ, що існує далеко від нашого. Місце без часу, як нам відомо. Темне царство, наповнене змученими душами мертвих. Живим там не місце. Астральне його тіло покинуло нас, лишивши тільки фізичну оболонку. Є сутності, що відчувають це. Тому вони збираються довкола. Я помню все. Плохо. Я понимаю, тебе сложно абстрагироваться и поменять роль, но ты сейчас не персонаж типичного вестерна. Ты совершенно новый персонаж. Ты должен стать новым персонажем. Чего? Да ничего. Если у тебя не получится, если у нас не получится, они уничтожат нас. Тебя и меня. Они уже здесь. Я не знаю. Просто представь что-то и быстро. По-моему, это твоя работа представлять, что я буду делать. У тебя же не было очков. Ладно, не важно. Просто доверься мне. Доверься. Закрой глаза и представь. Я ищу что-то. Все нормально. Ты почти у цели. Видишь? Это выход в реальный мир. Пройдешь через него, и мы победим. Так просто? Ну да. Хорошо.
лишь будем по початку війни. Ведь ми просто і переработали сценарій. Сьогодні вас біс і вбив. Призраки с Луны. Меня не обманешь, красивая Бёрка. Ты хоть понимаешь, что ты сделал со мной? Ты уничтожила меня. Превратила в автора одного фильма. Одной большой, затянутой шутки. И весь этот бред... тоже одна большая, затянутая метафора. Нужно все-таки было сходить на ту физру. Извини, в первый раз это было страшнее. Что ты там говоришь?
Я сказал. Місце без часу, як нам відомо. Я сказав ні. Ввиду ограниченности бюджета, мы не можем показать вам флешбэк событиям 9-летней давности. Когда молодой режиссер и по совместительности прогульщик физры загорается идеей снять в раздевалке трешовую короткометражку со своими одноклассниками. Он видит жирное «нет» на той самой злосчастной двери и передумывает. Чуть внезапно появившаяся надпись из будущего – весомый повод передумать. В новом таймлайне режиссер обретает счастье и нормальную работу. А франшиза типичного вестерна никогда не появляется на экранах. Никогда. Останешься на несколько ночей, пока нас не найдут наши обмороженные, некрасивые тела. Все, жопа промокла. Вот новогодняя атмосфера. Это было неплохо, как для второсортного актера. О, умеешь играть? Давай, на него. Ну, блин, сыграй, без этих... Да, играйте. Ты что делать? Ну, ты помнишь... А, ты не читал сценарий, ясно. Все показывает. Сценарий не читали. Там ничего не сказано в сценарии. Сказано. Сценарий написано, пожимает плечами. А актер же сам должен. Хотя режиссер должен его направить, но, понимаешь, я же не режиссер. Режиссер. Да, вы. Ты хочешь, чтобы он тебе помог? Проси его. Тебе плохо. Давай, играй. Ты стонешь, давай. Не смотри на меня. Нет, делай построже, блин. Все, что я сказал, это бред. Один ты нас убить не можешь. Один ты убить. Так, заткнись, ты меня сбиваешь. Идеально вышло. Так, ладно, не будем просматривать то, что сняли, давай пошли дальше. Снято? Снято. Что, блин, снято? А теперь такой следующий кадр. А, теперь ты отсюда снимай. Да, теперь отсюда. Тебе средним планом? Средним планом. Product placement. Как я это монтирую? Ладно, тут дальше как-нибудь отрежешь кусок. Я не знаю, ты потом зациклишь, и мне будет туда. Жалко, я этим больше не занимаюсь. Жалко двух людей на этой съемочной площадке. Я и трусер. Идешь? Там уже делегация. Съемочная группа. Работаем. Работаем. А гимн экспедиции вот в этот раз. Слабоумие и отвага. Что ты снимаешь? Бупер. Это своё любимое. Фильмы нормальные снимают. Ну, хоть получается, там бупер. Выходи там. Ну, хоть что-то нормальное в нашем фильме будет. С Джеки Чаном. Дубль 2. Знаешь, там эти дела, все равно фильм получится. Необходимый талант, это факт. Все. Максим, хватит снимать. Хватит снимать. Титр. Оу, е! Да, да. Я прямой мальчик. Thank you.
что? Я думаю, франшиза продолжается. Хорошо. I surrender all my love to you.